Всем привет! Хочу показать сегодня колено от колен. Это у нас Kia Mojave. И я вот не представляю, как человек так смог умудриться. У него двигатель, видимо, начал стучать. Посмотрите, какие шейки. И он все равно, видимо, на нем доехал. То есть, ну стучит, ну ничего. Сейчас про это прогоню, прогазую, все будет отлично. Вот только вот эта шейка осталась. Одна. Это у нас шатунная, один шатун, и то ее надо полировать, а то и шлифовать на 0,25. И вот эта шейка тоже шатунная. То есть два только, две плоскости шатуна вот эти. Тут коренной, вот это вообще вкладыш припаялся. Сейчас я его отверткой собью. Так, видимо, не сковырнуть. Сейчас молотком ударю еще по отвертке. Вот я его снял. Вообще в огонь просто состояние. И оказалось, что вторая часть тоже есть. Просто этот на него залез вот так. Как бы не порезаться здесь. Вообще такие края. Сейчас старую попробую снять. Вот я их снял. Это, конечно, вообще трындец просто. На одной вон шейке даже канал металлом забило. Форму его видно, вот кружок. А сам канал просто заплавило сталью. И вот вывод. Если у вас что-то стучит в двигателе, машина непонятно себя ведет, остановите ее. Не надо пытаться доехать до места, не надо пытаться прогазовать, там думать, что это плохой бензин или какая-то такая проблема, которая сама уйдет. Иначе у вас будет вот такое.